Светлана, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам мою новую орхидею. Это орхидея мини, совсем крошка, которую я недавно купила. Она красивого лимонного цвета, с розовыми крапинками. Эти цветочки более бледные, чем тот, который раскрылся только что. Он такой совсем желтенький. У нее два цвета носа. И она посажена в мох. Я ее купила в хорошем состоянии, но, скажем так, залитую. Весь ком мха был очень мокрый. И сейчас я ее просто просушиваю. У нее есть молодые корешки. Это очень хорошо. Сейчас вам покажу, в каком состоянии корешки, которые находятся в мхе. Корни, которые в мхе зеленые, я буду ждать полной просушки мха, чтобы уже посмотреть, в каком состоянии корни, когда они полностью просохнут. Корни сейчас зеленые, что говорит о том, что поливать ее не нужно. Это на случай, если кто-то будет спрашивать, когда же нужно поливать орхидею. Орхидеи мини не сильно отличаются в уходе от обычных стандартных фаленопсисов. Единственное, что чуть чаще их нужно поливать, поскольку они в очень маленьких горшочках. Вот такая у меня красавица. Я буду ждать раскрытия новых бутонов. Спасибо большое за ваше внимание. Пишите комментарии и ждите новых видео. Всем пока!